среди ромашек, тихих и спокойных, луг, так, делаем королеву. Где бы нам ее сделать, если вот здесь будет домик? Давайте прям ее сделаем вот здесь. Сейчас я ее поверну вот так. Мне надо ее вот такую сделать, эту королеву. Вот она, так? И что? Сначала протираем прямоугольничками такие листья. Вот так. Не боимся, не боимся. О. Есть. Еще чуть-чуть подправляем их. Может быть, второй слой. Так, второй слой. Все стремятся в серединку. Серединка желтая будет. И по принципу тарелки. Вот тарелка, да? Вот серединка. Вот сюда пойдет свет. И вот здесь на торец. Свет слева. Давайте. Возьмем лезвийко. И вот начертим полуовал. Место, где согнется лист. Так, концовки листьев не рисуем. А вот шкрябаем только там, где лист согнется. Вот он. То есть это самую его основную толщинку. Здесь чуть-чуть уже меньше будет. У этих листиков даже есть среднесерединная линия. Мы мелочи рисовать не будем. И особенно будьте аккуратны с заканчиванием листиков. Чтобы не было пластмассовая ромашка, заканчивать листики не надо. Нам нужна острая лезвийка. И вот, вот, хорошая лезвийка, смотрите. Тут. Вот они, вот эти заканчивания, но будьте аккуратны, да? Любое заканчивание листика подозревается потом пластмассовости. А вот здесь посмотрите, что только толщинки начала. Только. Приноровитесь. Вот такие прямоугольнички поставить. Толщиночки. Вот так. Так, кто у нас еще? Серединка. Кадмий желтый средний белила. Серединка, и мы ее, эту серединку, смотрите, вот, придушим. Так, чтобы она не была такая агрессивненькая, надо будет еще чуть-чуть дать цвета ей. Так, и придушили лезвиком. О, отлично. Смотрите, что еще в этой серединке есть. У нее есть зелененькие начала листьев. И мы их используем как падающая тень от серединки. Вот они. Да? Такие вот небольшие зелененькие штучки. Так, теперь что нам сделать для того, чтобы все-таки она была повернута немножко сюда. Давайте небольшую мнимую падающую кобальт-зеленый, вот он, да? Кобальт-фиолетовый араратик. Небольшую такую падающую, как если бы тарелка стояла, и от нее была бы падающая. Вот от этой тоже, да? Близко к листикам не приближайтесь, хорошо? О, вот так. Небольшую падающую, и ту надо прижать немножко. Вот так вот. Есть. Ну, что осталось? Осталось немного поработать кистью.
Давайте возьмем колоночка. Сейчас колоночка надо взять хорошего. Где-то наш хороший колоночек. Ладно, возьмем круглого. И смотрите. Вот. Опять там же, где будет согнутость листика. Так. И смотрите еще где. Вот здесь. Как типа толщиночка тарелки. Побольше немножко били. Так. И все, лезвиком придушили. Конечно, она чуть в другую сторону у нас развернута. Сейчас, секундочку. Лезвиком ровненько придушили поперек. И вот такая у нас получилась, не то чтобы королева, но приятная ромашечка, так скажем. Много не надо ничего с ней делать. Выписывать каждый лист не надо. И вот эти тоже. Все, вот такая у нас ромашка получилась. Много не работаем, но достигаем результата полевого изобилия.